Кормим рыбок хлебом. Едят с большим удовольствием. Еще можно им кидать яйцо вареное вкрутую. Желток, белок они едят с удовольствием. Очень юркие рыбки, очень любопытные и всегда голодные. Очень красивенькие. И вот эти полосатенькие, они такие рыбки очень осторожные. А черненькие, они более наглые, они даже клюются немножко. Вот такие красивые здесь рыбки. Это небольшой коралловый риф на нашем пляже. Сегодня очень-очень хорошая погода. Сегодня тихая вода, просто лазурная. И поэтому все очень хорошо видно, очень красиво. Вода очень-очень теплая, просто аж горячая. Из нее невозможно в ней замерзнуть, просто в ней сидишь и сидишь. Вот такое у нас Красное море в этом году. Мы очень рады, что приехали. Вот, сегодня вот такая красота. Иногда здесь бывает ветерок, такой ощутимый. Прямо немножко он поднимает маленькие такие волны. И цвет воды уже не такой лазурный. А когда тихая вода, то получается, что очень-очень такое лазурное море. Светлое, прямо светлое, переливается лазурью. Вот такое оно красивое. А это у нас небольшой коралловый риф. И он тоже очень красивый. Но на этом рифе есть морские ежи. Вот эти рыбки есть разноцветные и морские ежи. Там надо очень осторожно, потому что были случаи, когда еж поранил человека. Это было больно. Но, к счастью, все обошлось, потому что это плохо для тех, кто аллергичный человек. Потому что если человек аллергичный, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми. А когда человек обычный, то более-менее нормально. Вот такой у нас пляж, вид с моря. Очень красиво, видите, даже пальмы не качаются, настолько сегодня тихая погода, замечательная, тихая, красивая погода. Вот, мы сейчас пришли после обеда, это сейчас пока немного людей, потому что сейчас самое пекло, а чуть позже тут, конечно, пляж весь забит, тут много людей, просто сейчас кто-то обедает, а кто-то после обеда пошел в номер полежать под кондиционером, потому что сейчас самая жара, но такого страшного, такой страшной жары здесь нет. Как говорили, что июль, август, нет, в Египет ехать не надо, там вы спечетесь. Ну, точно такая же погода, как у нас дома в Краснодарском крае. Мы уезжали, была абсолютно такая же температура и в нашем Азовском море, и воздух был такой же прогретый. Единственная разница была только в том, что наше Азовское море, конечно, не отличается никогда такой красотой, такой прозрачностью. А в остальном, то есть погода вполне переносимая. И еще за счет того, что воздух сухой в Египте, эта жара даже переносится легче, чем у нас. Потому что у нас высокая влажность, и постоянно сильно потеешь от этой жары дома. Просто невыносимо. А здесь воздух более сухой, поэтому переносится легче. Потому что я, например, трудно переношу жару с высокой влажностью. А тут я нормально переношу. Мы целый день на море. Мы даже не теряем время, чтобы лежать под кондиционером. Вот такая красота. Посмотрите, как волны идут. Солнышко бликует. Очень красиво. Задавайте свои вопросы. Смотрите мой плейлист «Египет» за 22 тысячи рублей или за 300 долларов на 13 ночей. До свидания, удачи всем и желаю вам всем прекрасно провести свой отпуск.